Уже в следующем году конкурс под говорящим названием «Спасатели глазами детей» отметит 20-й юбилей. Но уже сегодня, учитывая его столь длинную историю, можно смело подвести черту. Отмечая то огромное число работ и участников, которые в свое время покрыли судейский состав. Талантливая молодежь активно поддерживала инициативу Брестского городского отдела ПЧС. Показывала себя в написании рассказов, стихотворений, рисунков, плакатов, подделок, скульптур, а также моделей пожарно-аварийно-спасательной техники. Ни одна работа не осталась без внимания. Нам отрадно, что этот конкурс развивается все шире и шире. Начинали мы когда-то с 3 номинаций. Конкурс, рисунка, плаката и подделки. А сейчас их номинаций уже 7. Поэтому детям дается шанс проявить себя в разных качествах. Интерес к конкурсу возрастал с каждым годом. У организаторов не было иного выбора, как внести коррективу и расширить спектр творчества. «Спасатели глазами детей» 2017 за один месяц собрал более сотни работ. Поучаствовать в нем изъявили желание учащиеся 36 учреждений образования Бреста, чем не показатель того, как активна молодежь. А инициатива, как известно, поощряется. Брестские огнеборцы отметили вклад каждого и вручили награды за лучшие работы в 8 номинациях. Уровень участия и активности вот в этом году гораздо выше, чем в прошлом году. Это, я думаю, связано с тем, что мы больше стали говорить про пожарную безопасность, больше стали посещать школы, больше стали разговаривать с родителями на родительских собраниях. Ну и итог он виден, что подделки, рисунки и стихи, и другие работы, они гораздо по качеству, они гораздо выше, чем в прошлом году. Каждая из творческих работ детей в полной мере отражала нелегкий труд спасателей. Задумки, так же, как и их воплощение, не могли не впечатлить судей. Масштаб конкурса заметно прибавляет. Растет его престиж, а значит и стимул брестской молодежи поучаствовать в мероприятии. У победителей нынешнего года он точно есть. Работы ребят будут представлены на областном этапе конкурса, а также составят экспозицию, которую увидят брещане на традиционном праздновании Дня пожарной службы.